1 августа 1914 года германский посол граф Пурталис передал русскому министру иностранных дел Извольскому послание, объявлявшее Второй германский рейх императора Вильгельма в состоянии войны с Российской империей. Историки центральных держав повод к войне видят в мобилизации, которую объявил русский царь в ответ на агрессию Австро-Венгрии против сербского королевства. Российские историки в разнобой считают поводом к мировой бойне то сараевское убийство наследника австрийского престола эрцгерцога Франца Фердинанда и его супруги, то вторжение австрийцев в Сербию. Советские историки и вовсе считали причиной великой всеевропейской мясорубки то, что они именовали клубком неразрешимых экономических противоречий между крупнейшими капиталистическими хищниками. Еще они называли это борьбой за передел поделенного мира. Учитывая торжество социалистических идей в среде современной европейской профессуры, а социалистические идеи всегда строятся на вульгарном экономизме, можно сказать, что эта позиция сегодня является почти всеобщей. Спор о поводах вполне нормален и понятен. Немецкие и русские историки никогда в этом вопросе не придут к общему знаменателю, поскольку у каждой из сторон найдутся свои резоны. Парадокс заключается в том, что у войны при всей множественности поводов начисто отсутствовали реальные причины. Война за новые колонии имеет смысл только тогда, когда собственные колониальные владения, являющиеся одновременно и источником сырья, и рынком сбыта, освоены до конца и перестают быть источником роста производительных сил и финансовой мощи метрополии. Если в тогдашней Европе и было государство, в наименьшей степени подходящее под таковые параметры, то им была именно Германская империя кайзера Вильгельма. При собственной площади в 500 000 квадратных километров и населении в 64 миллиона 900 тысяч человек Германия обладала заморскими территориями, колониями, площадью в 2,9 миллионов квадратных километров с населением в 12 миллионов человек. По статистическим таблицам Строкова. История военного искусства, том 5. Таким образом, площадь немецких колоний почти в 6 раз превосходила площадь имперской метрополии. И это не были бесплодные пески Сахары или холодные льды Антарктиды. Главные колонии немцев именовались Германская Западная и Германская Восточная Африка. Западная Африка — это сегодняшняя алмазоносная Намибия. Восточная — это конгломерат из таких нынешних африканских государств, как Руанда, Бурунди и большей части Танзании. Следует заметить, что освоение этих богатейших территорий находилось в самой зачаточной стадии. Да и германская тяжелая промышленность отнюдь не находилась в стадии стагнации. Если сравнивать средние темпы роста промышленной продукции Германии и Англии за период с 1900 по 1913 годы, то получается следующая картина. Средний годовой процент роста по добыче угля. Германия – 6,2%. Англия – 2,3%. По выплавке чугуна. Германия – 9,5%. Англия – 1,2%. По выплавке стали. Германия – 15,4%. Англия – 4,3%. Строков. История военного искусства. Признаемся, что у кайзера Вильгельма были весьма основательные поводы для зависти. Даже ближайшая соседка Франция имела колонии в 20 раз превосходившие собственную территорию, а уж заморские владения британской короны и вовсе в 110 раз превышали площадь островного королевства. Вот мы и подходим к вопросу о роли личности в истории, которую в советские времена было принято решать в пользу экономических интересов, интересов классов и классовой борьбы. У кайзера Вильгельма было два пути – развивать собственное хозяйство или искать, где поживиться чужим добром. Вильгельм принял решение строить большой океанский флот, который в истинно германском духе получил название «Флот открытого моря».
со стороны немецких историков могут прозвучать голоса, что, дескать, Германии был необходим флот для обороны колоний от притязаний могущественной морской владычицы Англии. Англия, морскому владычеству которой бросила вызов Германии, испокон века была одним из главных геополитических противников России. Нам не за что любить Англию, как устойчиво враждебный внешний фактор в исторических судьбах нашего Отечества. Но справедливости ради заметим, что огромными колониальными владениями располагала ничтожная в военном плане Португалия. Однако британская корона не делала попыток лишить заморской собственности изобретателей столь ценимого в английском флоте портвейна. Немалыми колониями располагала также Голландия и такой, с позволения сказать, гигант, как Бельгия. И также не было никаких посягательств со стороны Англии. Среди стран европейской христианской цивилизации в ту эпоху подловатостью своей политики выделялось только одно государство. И называлось оно Соединенными Штатами Америки. Сегодняшние нефтяные упражнения американцев в Ираке, нахально прикрываемые лозунгами о сердечном желании облагодетельствовать иракских арабов чем-то неведомым по имени демократия, нельзя назвать свежей строкой в летописи американской политики. В 1898 году заведомо более сильная Америка объявила войну Испании, трубя на весь мир о том, что исполненное братолюбие сердца американского народа не может равнодушно взирать на колониальное унижение филиппинцев, гуамцев, а также обитателей Кубы и Пуэрто-Рико. В итоге американцы присоединили к себе на тех же колониальных правах и Филиппины, и Гуам, и Пуэрто-Рико. Кубу, правда, поначалу объявили свободной. Но в 1906 году президент Теодор Рузвельт, тот самый, который интриговал в японскую войну против России, в интересах японского Микадо, оккупировал Кубу, высадив на остров американскую морскую пехоту. В том же 1906 году президент Тедди Рузвельт получил Нобелевскую премию мира за содействие в заключении Портсмутского мира между Россией и Японией. Все это выглядит тем пикантнее, что основные доходы, на которые Альфред Нобель учредил премию собственного имени, он обрел, с одной стороны, на продаже изобретенного им динамита, а с другой – на хищнической эксплуатации бакинских нефтяных промыслов в России. Еще один интересный факт. В 1912 году Америка в одностороннем порядке разорвала торговые отношения с Российской империей. Тем самым наши государства уже тогда находились в состоянии холодной войны. Инициатором столь жестких действий был уже известный нам Якоб Шиф. Якоб Шиф мстил России за учиненный молдаванами еврейский погром в Кишиневе, унесший несколько десятков жизней. В том же 1912 году на принадлежавших барону Гинзбургу ленских золотых приисках при разгоне манифестации русских рабочих было убито 270 человек и 250 получили серьезные ранения. Реакции на варварские действия Гинзбурга со стороны американской общественности не последовало. Здесь мы вплотную подходим к теории заговора, который и привел к развязыванию Первой мировой войны. Эта тема в современной исторической литературе получила серьезную разработку, поэтому мы к ней непременно вернемся. А пока подведем промежуточный итог с Германией, которую мы ненадолго оставили в стороне от основной линии нашего повествования. У Германии не было экономических причин начинать войну. Это было процветающее государство с более чем неиспользованным ресурсом развития в виде почти неразработанных колоний. Англия не имела нужды покушаться на немецкие владения в Африке. Молодая хищная Америка, категории великих держав, еще не принадлежала, и на германские колонии не зарилась. Война, как продолжение экономической политики, никому не была нужна, и все-таки она была развязана. Впрочем, в тогдашней Европе, в кругу великих держав, все же имелось государство, прямо-таки жаждавшее обрушить свой клинок на меч тевтонского соседа. И этим государством была Франция, болезненно переживавшая полувековой давности разгром под Метцем и капитуляцию Седана. Проигранная маленьким Наполеоном, как за масштабы дарования французы именовали императора Наполеона III, франко-прусская война вырвала из тела французского государства пограничные провинции Эльзас и Лотарингию.
Возвращение отторгнутых провинций вовсе не было навязчивой идеей элиты и не диктовалось требованиями крупного французского капитала. Это было осознанное желание французской нации восстановить историческую справедливость. Французы были реалистами. Они понимали очевидную слабость Франции в сравнении с военным потенциалом объединенной Германии. Франции необходим был мощный союзник, и она нашла его в лице России. Союз был назван Антантой, сердечным согласием. Позднее к союзу присоединилась Англия. Антанта, от французского «entente», буквально «согласие», оборонительный союз против коалиции германских государств, изначально включал Россию, Францию и Великобританию. Тройственное согласие. Сформировался в 1904 году, позднее включал до 20 государств. Вопрос в следующем. Было ли создание Антанты агрессивным актом, спровоцировавшим войну? Заметим, что блок германских государств, Тройственный союз, включавший помимо, собственно, Германии и Австро-Венгрии Итальянское королевство, существовал с 1879 года. Лягать последнего русского императора среди историков советской школы считалось и должным, и похвальным. Внешнеполитическую линию последнего царствования, которая, в отличие от эпохи Александра III, была переориентирована с Германии на Францию, принято было считать как минимум неудачной. Но можно ли было избежать войны, ведя иную политику? Именно сближение с Францией советские историки считали главной внешнеполитической ошибкой Николая II. Противопоставляются этому курсу прочные русско-германские связи времен императора Александра Александровича. Но при этом адепты диалектического материализма забывают о том, что Германия времен Бисмарка и Вильгельма I – это несколько иное государство, нежели держава императора Вильгельма II и канцлера фон Бюлова. Германия Бисмарка была просто крупным европейским государством. К началу 20 века Германия уже без всяких оговорок входила в число великих и ведущих держав тогдашнего мира. Николаю II было о чем задуматься, вчитываясь в реестры германских военных заказов, подписанных рукой дядюшки Вилли, как государь в обиходе именовал своего венценосного коллегу. Русская разведка действовала весьма эффективно, и недостатков соответствующих данных у русского царя не было. Германия и Австро-Венгрия создавали мощные парки осадной артиллерии. Такие изделия в ожидании оборонительной войны заказывать не принято. Артиллерия русской армии – 7030 орудий. Из них 6790 полевых легких и 240 полевых тяжелых пушек и гаубиц. Артиллерия французской армии – 4800 орудий. Из них 300 полевых тяжелых. Артиллерия Германии – 9338 орудий, из которых 996 тяжелых, осадных. Австро-Венгрия – 4088 орудий. Из них 338 осадных тяжелых. Состав артиллерийского парка определяет его назначение. Германские государства сознательно и загодя готовились к агрессивной войне против европейских соседей. Тот, кто готовится к войне оборонительной, тот строит крепости, чем активно занимались и Франция, и Россия, а также сопредельные с Германией нейтральные государства, вроде Бельгии. Британия строила флот, который при ее островном положении как раз и являлся плавающей разновидностью крепостных верков. Английская же армия была профессиональной, то есть комплектовалась наемниками и насчитывала всего 150 тысяч человек. Годилась она разве только для войны в колониях. Германия в одностороннем порядке готовилась к захватнической агрессивной войне, а главной мишенью этой войны была именно Россия. Все войны, кроме тех, что ведутся ради освобождения родной земли, ради обороны от грабительских набегов или во имя сохранения веры, как правило, затеваются, исходя из определенных экономических предпосылок. Каких приобретений мог жаждать кайзер Вильгельм, вглядываясь в географические карты тогдашнего мира? Аннексировать еще одну французскую провинцию? Но она будет населена французами? Зачем германскому государству подданные инородцы? Присоединенные усилиями Бисмарка и Мольтке-старшего Эльзас и Лотарингия? Совсем иное дело. Там каждый топоним дышит германским прошлым. Да и жители по крови самые настоящие немцы, а французы только по языку.
прирезать себе кусок другой от бельгийских, французских или еще сочнее от английских заморских владений, но могущественный британский флот даже при полной победе над Францией и Бельгией никогда не даст воспользоваться этими драгоценными трофеями. Реальным объектом хищных германских интересов оставалась только Россия. Германия кайзера Вильгельма располагала весьма мощной индустрией. Но было в германской экономике одно слабое звено. Германское сельское хозяйство не более чем на 65% обеспечивало себя хлебом. Подобная же проблема имелась и у другого германского государства, у Австро-Венгрии. Решить проблему представлялось возможным за счет сербов и русских. Первые вовсе не нуждались в какой-либо государственности, ведь жили же под австрийским орлом их родные братья-хорваты. А что касается русских и их реакции на подобные притязания, то об этом серьезно не хотелось думать. Немецкое сознание буквально цепенело при словах «украинский чернозем». Но это германский кайзер и его престарелый австрийский коллега кайзер унд Кёниг имели роскошь не думать. В австрийском и германском генеральных штабах хватало специалистов, которые весьма усердно думали на заданную тему. В австрийском генеральном штабе была придумана химера под названием «Украинский народ». Прирезать себе кусок земли с русским населением – это означало бы вечные проблемы во взаимоотношениях с послевоенной Россией, которая неизбежно устремилась бы к реваншу. Иное дело – земля, населенная небольшим славянским народом. Немалое число таких народов входило в империю Габсбургов. Дерусификация исконно русских земель. Вряд ли кто будет спорить с тем, что в сознании наших предков именно Киев был матерью городов русских. Путем создания из русских людей нерусского этноса начиналось во времена Речи Посполитой. Именно от поляков Малая Русь получила название Украины, то есть земель, лежащих на границе польского государства. Заметим, что термин «малое», взятый на Русь из византийской топографической традиции, не только не имеет уничижительного значения, но наоборот означает коренные земли народа, его столичную область. Украинская этническая тема возникла в умах австрийских политиков примерно в середине XIX века. В Карпатах, на территории Австрии, со времен падения Червонной Руси проживали русские люди, в западнославянской традиции именовавшиеся русинами. С середины XIX века, наблюдая колоссальное усиление Российской империи, австрийцы не на шутку обеспокоились тем, что карпатские славяне самоидентифицируют себя именно как русских людей. Главными объектами, на которых жиждется национальная самоидентификация, является вера и язык. В исторических процессах редко появляются новые политические алгоритмы. Меняются оружие и одежда. Меняется дизайн обложки и шрифт. Но содержание великой книги по имени «История» остается неизменным. Потому что неизменной со времен Рождества Христова остается человеческая душа. У ловцов душ человеческих нет необходимости придумывать новые ловушки и приманки. Для перековки русских душ поляки использовали придуманный поляками инструмент коллаборационализма – униатскую церковь. Униатская церковь создана поляками в 1596 году на основании так называемой Брестской унии, как орудия для католичивания православного, преимущественно русского населения на оккупированных поляками западно-русских землях. Для борьбы с языком был использован синтетически созданный новояз – «Кобзарь» Тараса Шевченко, не очень талантливое литературное произведение. Но важно не это. Важно то, что любой русский человек может свободно прочитать его без словаря. В 19 столетии никакого украинского языка не существовало. Научным сообществом признавалось малороссийское наличие русского языка. Но что самое главное, язык является плодом многовекового творчества народа. У так называемого современного украинского языка, как и у заведомо синтетического эсперанто, был, так сказать, отец. Был человек, который его придумал, исходя из принципа «пусть некрасиво, зато не по-русски». Этим человеком был Михаил Сергеевич Грушевский.
Грушевский Михаил Сергеевич, украинский историк, в советское время академик Академии наук Украины и Советского Союза, великоросс по рождению. В начале 20 века работал в стенах Львовского университета над созданием украинского языка. Программа финансировалась австрийским генеральным штабом. Задолго до того, как австрийские пушки разорвали тишину над Белградом, задолго до того, как немецкая артиллерия зарокотала в полях Шампани и в лесах Восточной Польши, германские государства уже вели скрытую войну против Российской империи. Еще не было телевидения, и даже радио делало первые робкие шаги. Но печатный станок, соединенный с электрической силовой установкой, уже позволял эффективно вести идеологическую войну. Против России, против ее царя и ее народа велась агрессивная информационная война. Холодная война, по большей своей части являвшаяся также войной информационной, которую Запад вел против СССР на протяжении всего периода существования советского государства, возникла не на пустом месте. Интересно, что придуманный Грушевским украинский язык был коронован из наречия в языки на полулегальной сходке Киевской и Львовской филологической профессуры, и происходило это в Киеве в самый разгар революции 1905 года. Я его спрашиваю, как будет по-украински кот? Он говорит «кит». А как будет кит? Обиделся и не разговаривает. Михаил Булгаков. Белая гвардия. Революция 5-го года осуществлялась на деньги японского генерального штаба. На японские деньги печатались газеты, прокламации и закупалось оружие. Для японцев это был второй фронт, пятая колонна, стрелявшая в спину русской власти и русской армии. Одним из главных, не только финансовых, но и дипломатических спонсоров войны были Соединенные Штаты. А там, как мы знаем, существенную роль в выборе политической ориентации играла созданная международным банкирским кланом Ротшильдов финансовая система, зримым представителем и рупором которой был глава банковского дома Леб, Кун и компании Якоб Шиф. Задолго до событий 14 года австрийский генеральный штаб в компании с Якобом Шифом и главой японской резидентуры полковником Акаси участвовал в агрессивных действиях, направленных на разрушение Российской империи. Имелась ли между этими атакующими сторонами реальная координация? Этот вопрос на сегодняшний день остается открытым. Была ли бойня Первой мировой войны результатом заговора неких надгосударственных сил, вроде пресловутых масонов и тех, кто их финансировал? С уверенностью можно сказать только то, что в конфликте Антанты и центральноевропейских монархий наличествовала третья сторона – международная, наднациональная и могущественная. Таковой стороной являлась американская финансовая олигархия. В течение нескольких предвоенных лет 65% немецкой экономики работало на грядущую войну. Единственным реальным объектом ограбления, в случае удачного для Германии и Австро-Венгрии исхода войны, были только Россия и Сербия. Германские спецслужбы, готовя почву для послевоенного передела, работали не против Франции и Англии, но именно против России. Все это говорит о том, что война была неизбежна. Хорошим же политиком был бы Николай II, если бы, слепо следуя германо-ориентированному внешнеполитическому курсу венценосного отца, оказался бы 1 августа 14 года один на один сразу с двумя немецкими хищниками. Николай Александрович хорошо видел надвигающуюся опасность и делал все для того, чтобы ее избежать. К сожалению, силы судьбы были выше его монаршей воли.